Animal Jam. National Geographic. Детективы живой природы. Вы вряд ли видите это животное каждый день. Серьезно, не только потому, что они стеснительные, но и потому, что их довольно мало. Их называют тапирами. Они обитают в джунглях Коста-Рики в Центральной Америке. В дикой природе их осталось всего несколько тысяч. Тапир — малоизвестный родственник некоторых очень популярных животных, например, лошадей и носорогов. Возможно, тапиры не такие известные, как лошади, но они выделяются тем, что у них на лапах 14 пальцев. По 4 на передних и по 3 на задних. Ну, согласитесь, это впечатляет. Я хочу сказать, скольких еще животных с 14 пальцами вы знаете? Тапиров называют животными, забытыми временем. За 20 миллионов лет тапиры практически не изменились. Из-за того, что в дикой природе осталось так мало особей, многие тапиры живут в зоопарках. И там у них, без сомнения, хорошая жизнь. Никакой опасности от хищников, сколько угодно бананов на шведском столе. Бананы! У тапиров уникальный нос, которым они могут срывать растения. Он похож на хобот у слона. Также у них очень острые зубы, которые нужны им не только для того, чтобы жевать бананы. Они могут использовать зубы как оружие в случае необходимости. И нам, как детективам, важно это знать. Детеныши тапиров рождаются с полосками на шкуре, которые помогают им прятаться среди травы и других растений. Полоски исчезают где-то через полгода. Мы знаем, что вес взрослых тапиров может превышать 300 килограммов. Но мы пытаемся выяснить, сколько должны весить здоровые молодые особи. Кажется, малыш Дэвид вполне здоров и довольно упитан. 27 килограммов. Профессиональные детективы пытаются узнать больше об этих необыкновенных животных. Я хочу сказать, на свете не так много животных с 14 пальцами, которые едят бананы и принимают ванны. Тапиры — это животные, которые заслуживают особого исследования. Кажется, что они пришли к нам прямиком из каменного века. И если мы не будем осторожными, они исчезнут, прежде чем мы сумеем как следует узнать их. National Geographic. Детективы живой природы.